Здравствуйте. Сегодня я хочу поделиться с вами, как я в Camtasia Studio 8 научилась делать появляющиеся буквы одна за другой или печатные, как вот мы обычно говорим. Вот у меня Camtasia Studio, я ее установила сейчас. Сейчас вот я загрузила здесь такой вот видеошаблончик, футаж такой, я его переставлю вот сюда, на первую дорожку. Вот, тут у меня возможности, какие у нас, 845 на 400, вот, да, окей. Вот, тут я подвигаю, сейчас у меня вот здесь вот футаж, пустой футаж. Дальше нужно нам набрать текст, поэтому я иду вот сюда, вот таким вот образом. Спускаюсь, вот здесь вот у нас текст. Вот у нас появилась рамочка. Мы ее можем открыть для того, чтобы у нас появился какой-то текст большой, какой мы хотим, какого размера мы захотим. Теперь вот здесь у нас, видите, то есть шрифт. Мы можем выбрать шрифт, который нам нужен. Я попробую сейчас найти шрифт, который я установила. Он такой интересный. И на белом фоне он будет очень интересно смотреться. Вот он. Вот он, этот шрифт. Вот, я его нашла. Теперь, значит, какое? Любое слово можем написать. Здесь у нас что? Я беру белый. Мне нужен цвет. И теперь мы можем писать буквочки. Так, что у нас? Я напишу это в русском варианте. И напишу слово, ну, давайте, балет. Так, у меня буквочка. Так, тут большая буквочка у меня. Б я поставила. Вот, она сейчас черная, вот, но я поменяю на белый цвет. Вот она, буквочка. Теперь мне нужно сделать размер так, чтобы мы могли видеть. А, хотя не надо, вот это я рамочку я неправильно сделала. Так, мы можем взять еще побольше размер. Я возьму побольше. Тоже можно еще взять. Вот 148, я возьму 72. Вот она такая буквочка Б большая. Я ее передвинула, видите, вот сюда передвинула. Вот теперь дальше. Дальше нам надо спуститься вниз. И здесь у нас появление буквы и исчезание. Вот я все. Здесь у меня, ой, не видно даже. Я все здесь поставила на нет. Почему? Потому что вот здесь, видите, если открыть, вот появляются вот эти вот сзади и спереди, вот они вот и спереди, если появляются, то они мешают создавать и настраивать буквочки. Поэтому я убрала. Я это все убираю. И теперь у нас здесь вот этих вот ушек нет. Так. Это у меня идет сначала. Теперь дальше. Следующее нам нужно буквочку. Теперь букву А. Вот здесь новая дорожка. Вот она, новая дорожка. Здесь у нас буквочка осталась. Теперь заново мы берем буквочку. Вот. Видите, у нас появилась новая рамочка. Но только здесь мы уже буквочку будем. Мы поставим здесь букву. Буквочку А. Видите? Вот. У нас буквочка А в новой рамочке. И я ее
Двигаю рядышком. Все. Теперь возвращаемся сюда. Что нам нужно сделать? Нам нужно, чтобы она появилась, да? Появилась и была до конца. Поэтому я беру вот здесь, вот подтягиваю. Вот. Оставляю тут маленькое место. И тогда буквочка А появляется. Вот если мы запустим бегунок, вот появляется одна буквочка и следующая. Стоп. Обязательно вот здесь, нужно убрать вот эти вот ушки, тогда легче будет подставлять буквочки. Итак, следующая дорожка. Мы снова запускаем. Снова у нас буквочка. Вот. Только у нас вот мы опять здесь вот нам нужно поставить буквочку. Так, здесь что-то она соскочила. Вот так. Вот здесь мы, у нас здесь ровненько, потому что у нас здесь все буквочки будут одинаково выходить. Теперь здесь буквочку L нам нужно поставить. Вот здесь вот буквочку L. И ставим буквочку L. Не поняла, почему буква А ушла. Не, все в порядке. Так, мы здесь подравниваем опять. Все. Здесь у нас одинаково, потому что это до конца. Здесь у нас остались зазоры. Вот мы примерно так вот еще подтягиваем. Так, здесь у нас стоят буквочки, и если мы вот вернемся, то и запустим, то вот у нас будет выходить. Я так думаю, что нам нужно вот здесь первую буквочку бы чуть-чуть убрать, подобрать. Так, дальше чуть-чуть подобрать. Так, и следующую чуть-чуть. О, вот так. Все. Можно запустить и посмотрим. Так. Теперь нам нужно еще буквочку L. Бах. Так, снова. Снова идем сюда. Сюда. Теперь у нас вот появляется новый слой. Видите, вот новый слой. Мы это передвинем. И здесь у нас буквочка. У нас должна быть здесь буква Е. Вот мы поставили буквочку Е. Здесь мы ее пододвинули. Так, теперь здесь мы подрабатываем. Так, конец. Здесь чуть-чуть пододвинем, чтобы она появлялась. Так, вот и смотрим. И осталась нам еще одна. То есть мы подтягиваем. Еще одна у нас дорожка. Снова мы возвращаемся сюда. Буквочку Т. Так, пишем буквочку Т. Так, где у нас? Вот. Буквочка Т. Здесь мы ее подтягиваем. Где она у нас?
как-то убежала. Так, здесь мы ее подравниваем. Здесь мы ее чуть-чуть здесь. Так. И ее, и здесь мы ее подтягиваем. Все. Все мы сделали. Сейчас мы вот возвращаем и посмотрим. Раз. Вот как они будут появляться сейчас, эти буквочки. Вот так. Все. Теперь мы здесь можем так. Теперь мы идем вот сюда. Сохраняем. Здесь вот безымянные мастера и пишем балет. Или как-то хотим. Ну все, ладно, пошел. Сохраняться. Все, сохранился, видите, вот теперь буквочки появляются у нас. Все, счастливо вам. Если кому-то будет полезно, то я буду очень рада.